В детском оздоровительном лагере имени Гайдара школьники не только отдыхают и веселятся. Здесь они учатся быть руководителями. Профильная смена «Лидер» собрала ребят из Омска и 13 муниципальных районов. Детская организация «Будущее Сибири» вот уже 28 лет на летних каникулах воспитывает организаторов и руководителей объединений для детей и молодежи. Насыщенная программа и дружеская атмосфера притягивает ребят, поэтому многие из них приезжают сюда неоднократно. На смене я уже не первый раз, это моя третья лидер-смена. Почему я сюда приезжаю? Ну, наверное, из-за того, что здесь находятся со мной такие люди, которые располагают к себе, что с ними хочется находиться рядом. Также очень интересная программа составлена на всю смену, где ты не просто сидишь в отряде, ты активен весь день. То есть у тебя нет свободного времени, кроме сна. Вот это единственное свободное время, которое у нас есть. Отряды имеют свои направления, однако за смену участники пробуют себя в разных ролях. Журналиста, ведущего, вожатого, специалиста в области права, организатора спортивно-туристического, творческого или военно-патриотического мероприятия. В этом году вся программа связана с морской тематикой. У нас создана флотилия, вожатые капитаны, дети у нас были юнги, сейчас идет система личностного роста, поэтому многие уже получили звание матроса, и у всех детей есть гюсы разного цвета, и вот система личностного роста, вот эти заколочки на гюсе, они были у всех одинаковые, теперь у кого-то серебряные, а вчера уже появились золотые. Вот. И ребят, которые действительно вот отличились на смене, они получат еще и, ну, так, чтобы они еще не знали, они про это еще не знают, они получат еще и капитанки, которые есть у вожатых. То есть они станут капитанами. В рамках смены прошел фестиваль добровольческих инициатив, на котором участники совершали бескорыстные дела. За каждое проявление инициативы – якорь в личную карточку. Это мотивировало юных активистов усерднее соревноваться в лидерских качествах. Мы очень часто выходим на сцену. Вот, наверное, благодаря этому я и получил много икриков, потому что я нахожусь на сцене очень часто. Также личностный рост – это когда ты проявляешь себя как в отряде, так и на мероприятиях в целом. Однако, как отмечают сами участники смены, стремление быть лидером не мешает хорошим дружеским отношениям в отряде. Все настолько сплоченные, в отряде нет ни одного человека, который против вот всего. Должно было 10 человек пойти убираться, у нас пошло 13, потому что остальные заняты вечерним мероприятием, остальные не смогли. Здесь по 1000 мероприятий в день ты успеваешь делать все и вся, и тут очень всегда дружный коллектив. Завершится профильная смена традиционно, своеобразным экзаменом. Ребята, сдавшие зачет, получат свидетельства, сертификаты, подтверждающие право на организацию детских и молодежных мероприятий.